Расскажу свою историю, может быть, она повлияет. У меня собственный бизнес с моим партнером. Транспортная компания в Екатеринбурге, она 15 лет на рынке, и нас очень много знают. По финансам нас устраивает полностью, то есть мы хорошо зарабатываем, как собственники. Все было хорошо до определенного времени, я волнуюсь, это трагедия. Год назад мой партнер, это мужчина, которого рядом всегда со мной, неожиданно у нас обнаружилось заболевание легких. Очень серьезное, 8 месяцев химиотерапии, лежание в больнице. Человек не может жить бесконечно, он выйти в больницу. Человек мог выйти из машины, задыхаясь, подняться на второй этаж и больше все. Человек, который мог развивать бизнес, мы могли себе позволить летать каждые 3 месяца за рубеж. У нас финансово мы свободные люди, но нет главного у моего партнера. То есть так как мы две половинки, мы остановились. То есть надо было что-то делать со здоровьем. И вы не поверите, у человека потух взгляд. Он сидел дома, он сидел и умирал. Ему не было ничего интересного, он смотрел какие-то сериалы, его ничего не радовало. Он начал выпивать, чтобы отвлечься. Когда он выпил, он забылся, он пошел спать. То есть это трагедия. С Александром и Натальей мы знакомы, познакомились год назад, позитивные люди, и знакомство было именно на фоне туризма. То есть они ездят в страны какие-то, мы ездим, мы общались, говорили, куда лучше пойти, в какой музей. Прошел год, даже не прошел год. Случайно, то есть Александр скидывал мне ссылку, чем вы занимаетесь, как бы, вот мы тем. Наверное, круто. Это все. В один из приездов к своим партнерам по бизнесу я случайно у директора крупной фирмы увидела алоэ вера. Я искала это алоэ вера, я выжимала, покупала у бабушек эти алоэ вера, снимала листья, так как у меня у партнера сахарный диабет, разводить медом нельзя, как бы, в большом количестве. Я увидела, я узнала логотип LR. И первое, что я сделала, выйдя с переговоров, я позвонила Саше. Я говорю: Саша, я не попутала ничего, что это на самом деле ваш продукт. Он говорит: да. Я говорю: я хочу. Мне не надо было, сколько это стоит, как это покупается, где это берется. Я знала, что люди мне, которые пьют, употребляют, сказали: попробуйте, это здорово. То есть мы, вот честно, мы попробовали все. Традиционную медицину, нетрадиционную, там, что мы только не пили, всякие моли, там, мед, ну, в общем, все, нам ничего не помогало. Александр мне говорит: мы встречаем, вот я приезжаю в Екатеринбург вот в такое-то время, мы встречаемся, я приезжаю буквально там за час до закрытия. У меня цель – получить продукт. Первый, что я купила на пробу, это был пробаланс, вот то, что это было месяц назад. У меня договор подписан 17 июля. Приехав, я купила, я сказала, моя половинка имеет 2 высших образования, как я, одно из них медицинское. Убедить пить и сказать, что это надо, ну давай очередной, как бы попробуем, может быть, получится. Мы начали пить. Ну, конечно, как мы все любим пропускать это все, мы научились пить по графику. И вы не поверите, проходит 3 недели. Продукт на самом деле великолепный, что касается результатов. Через месяц мы выпили бутылку персик, притом у меня у половинки
сахарный диабет, ему нельзя удалять легкое. Он начал ходить. Не так, что он поднимается на второй этаж. Он начал ходить, садиться за руль. Он начал ездить. Это все. Это человек, то есть мы готовились в группе, мы сдавали все анализы. Вот он на днях, ему 51 год, он получил пенсию по инвалидности. Он говорит, какой пенсионер? Я говорю, ну, мы выздоровели. То есть у нас цель и вера, что мы, благодаря нашему продукту, мы выздоровели. И когда перед ВТЭКом он сдавал очередные анализы, анализы оказались в два раза лучше, чем мы 8 месяцев лежали в больнице и пили химиотерапию. Продолжу. У кого, если есть родственники, кто столкнулся с таким заболеванием, химиотерапия поправляет один орган, да, она убивает раковые клетки, а другие органы выпадают. Гепатит, медицинский, да, вот насчет всех этих таблеток вылетают. А потом после персика мы пили ее, выпили бутылку, у нас сахар упал на 2 пункта. На 2 пункта. Кто, у кого диабетики, те понимают, 2 пункта это шикарно. Просто. А потом мы начали пить Freedom. Мы пропили 2 недели. Я рассказываю, что есть. Я в бизнесе 17-го. Начали пить, у него стали... У него суставы дико не болели, они побаливали, но такой острой боли не было. Я подключила алоэ вера с серой. Я мазала утром и вечером. Вы не поверите, он у меня бегает. Так мало того, что 2 недели назад мой партнер сказал, я тоже хочу в этот бизнес. Первое, нас на данный момент нас не интересуют доходы, сколько мы зарабатываем. Это азарт, это вера в компанию, вера в продукт, и что мы можем сделать счастливыми и подарить здоровье близким.